Чем прихватку, как из Pinterest. Нам понадобятся все хлопковые обрезки, которые у нас только есть. Пойдет в ход футер, хлопковые полотенца и скринь-выкройку. Все прослойки, а это у меня футер и старое льняное полотенце, я крою с запасом. А вот подкладку, которая будет к ручке, прям по выкройке. А теперь набираю кучу ярких обрезков, предварительно их отутюживая, вырезаю полосочки, квадратики. Сшиваю в максимально красивую, в моем понимании, мозаику и отутюживаю. При этом все это время примеряю к развернутой подкладке, как она вообще там по размеру да по виду. Вот что у меня в итоге получилось. Немного чухаем помощника, иначе дело дальше не пойдет. И после того, как собрали верх, подгоняем его под выкройку, чтобы было все четенько да красивенько. Прикладываю к футеру и пристрачиваю по краю. А теперь самое интересное, мы будем стегать. И это просто самая кривая и самая наивная стежка в вашей жизни. Если вы переживали, что вы криво шьете руками, настало ваше время. Прострачиваем по краю на лапку, делаем надсечку в пальчике, чтобы хорошо вывернуть. И продолжим во второй части. Делаем прихватку из Pinterest, вторая часть. После того, как мы прострочили, сделали надсечку, вывернули и сверху мы закончили. Теперь берем подкладку, пристрачиваем ее ко второй прослойке и обрезаем все лишнее. Так же, как и сверху, складываем пополам и прострачиваем на 0,6. И эту часть мы уже не выворачиваем, а хорошенечко вкладываем и расправляем нашу верхнюю деталь. Скорее всего, внизу у вас останется где-то сантиметр, его можно подрезать. И скрепляем слои строчкой где-то на пол лапки. Все, что нам остается, это окантовать и пришить петельку. Для окантовки мне нужна полоска, выкроенная по косой шириной 4 см, и краю я ее с запасом. Примеряю по прихватке, сколько мне нужно, сострачиваю в кольцо. Вкладываю полоску лицевой стороной к изнанке и пристрачиваю на лапку. Теперь занимаемся петелькой. Вы можете пристрочить ее туда, куда хочется вам. Я решила к внешней боковой стороне ладони. А теперь для удобства мы выворачиваем нашу прихватку, но не полностью, а вот чисто, чтобы можно было прострочить. Перегибаем вейку, даже не приметывая, прострачиваем. Вот такая прихватка у меня получилась с одной стороны и с другой стороны. Я довольна.